Было проведено системное совещание с руководителем Ростуризма Зариной Валерьевной Дагузовой, на котором сверились по всем направлениям поддержки туристической отрасли на Камчатке. Для нас туризм остается нашим стратегическим приоритетом, и я рад по итогам совещания сказать, что в следующем году будут доступны новые дополнительные меры поддержки туристического бизнеса. В первую очередь, это продолжение программы субсидирования процентной ставки для новых проектов строительства отелей. Сейчас эта программа доступна для достаточно крупных объектов, свыше 120 номеров. Но мы будем работать, чтобы распространить ее и для более маленьких отелей на Дальнем Востоке с привлечением средств по линии Корпорации развития Дальнего Востока и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Второе направление – это система грантов. Она будет расширена в 2022 году и включать три основных направления. Поддержку модульных отелей, глэмпингов и кемпингов, реализация проектов, связанных с туристическими маршрутами, с музеями, навигацией по туристически привлекательным местам. И третье направление – это общественно значимые пространства, такие как пляжи, набережные, особенно актуальные для нас на Камчатке. Для участия в грантовой программе мы до конца года разработаем региональную программу развития туризма, которая станет основой включения наших программ и в федеральное софинансирование. Наконец, третье направление – это поддержка федеральных значимых туристических мероприятий. Мы договорились о том, что наш зимний фестиваль «Берингия» мы номинируем на такое мероприятие. Надеюсь, что в итоговый перечень он войдет, а это значит, что на качественно новый уровень наше ключевое зимнее событие будет выходить. Хочу напомнить, что в этом году Берингия пройдет в конце февраля и будет не менее красочной. В ближайшее время соберем организационный комитет и все объявления по датам и организационным аспектам по итогам сделаем.